Сегодня в рамках передачи «Фестиваль Манны» я начинаю серию о Соединенных Штатах Америки. Моя тема — это четвертое поколение Америки, начало рабства. Я рассмотрю стих Библии, на который я натыкался 45 лет моего служения. И находится он во второй главе Судей. Мы сейчас покажем вам его. «Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Умер Иисус, и весь народ он и отошел к отцам. Восстал после них другой род, который не знал Господа и дел Его, какие Он делал Израилю. Итак, дорогие мои друзья, сегодня я расскажу вам о четвертом поколении, не знавшем Господа и Его дел для Израиля. Оно похоже на четвертое поколение американцев. Этому поколению предстоит сделать выбор между прорывом и, представьте себе, рабством. Изучая вопрос, я нисколько не сомневаюсь в том, что Соединенные Штаты превратились в разобщенные штаты. Вспомните о США в страшном побоище под названием «Первая мировая война». Американцы были сплоченными до события нашей четвертой основной войны. Я приведу вам пример. Первая мировая началась в 1914 году. США и союзники действовали с единой целью — победить врагов. В то время в нации царили сплоченность и единство. Республиканцы и демократы трудились сообща. После войны разразился испанский грипп или испанка. Во время нее умерли миллионы людей. Испанка несла смерть, как COVID, который приполз к нам год назад. Затем наступила Великая депрессия. Она началась в 1929 году и продолжалась 9 лет. После Великой депрессии США приняли участие в войне. Это была война с Гитлером и нацистами. Смотря архив, мы видим рекламу военных облигаций и призыв покупать их. Мы знаем, что наша страна сплотилась, чтобы поразить общего врага. Во время войны республиканцы и демократы, богатые и бедные, север и юг, объединились. Наступило 7 декабря 1941 года. Японская авиация напала на американские военные базы в Пёрл-Харбор. Это одно из самых страшных нападений в истории США. В Пёрл-Харбор были убиты тысячи солдат. Однако, если мы вернемся в это время и посмотрим на события, то увидим единство граждан США. 11 сентября 2001 года произошла трагедия. Партии и граждане страны объединились против бандитизма. Тем не менее, в 60-е годы 20 века в нашей стране возникла разобщенность. Мы подошли к уровню, который я назвал четвертым уровнем битвы, к четвертому уровню наших войн с нациями. Мы увидели разделение в США. Что-то изменилось. Вот вам пример о таком сдвиге. Во-первых, в начале 60-х годов прошлого века велось дело в Верховном суде. Это было в 63-м году. Дело коснулось прекращения чтения Библии и молитвы в школах. Это стало началом падения системы образования. В 60-х годах произошло три ужасных убийства. Это убийство президента Джона Кеннеди, убийство Мартина Лютера Кинга-младшего и затем Роберта Кеннеди. Эти убийства изменили нашу нацию. Они сбили людей с ног и принесли расовые разделения в Соединенных Штатах. Большинство людей во время убийства Мартина Лютера Кинга-младшего объединились. Другие отмежевались. Это было ужасное время, когда люди увидели, как застрелили трех крупных лидеров. Мы рассмотрим третье событие из 70-х годов прошлого века. Это скандал
в Уотергейте при администрации президента Ричарда Никсона. Никсона обвинили и подвергли публичному порицанию. Правительство потеряло кредит доверия. Подобное было и раньше, но эти случаи не были такими, как в 70-е годы. Мы продолжим анализ этих событий, а потом мы увидим, что полвека назад США погрузились в культуру наркотиков. Тогда кто-то назвал ее культурой хиппи. Благодаря этому появились такие наркотики, как ЛСД, и появилась марихуана. Благодаря этой культуре появились такие наркотики, как героин и кокаин. Кстати, часть людей не рассматривает марихуану как тяжелый наркотик. Ее привезли к нам в 60-е годы прошлого века. Я имею в виду то, что пять из этих наркотиков привезли в 60-е, 70-е и 80-е годы. Кому-то из зрителей необходимо понять следующий факт. Дело в том, что наркотик изменяет вас как личность, как индивидуума. Также он приносит вред вашим органам. Он наносит ущерб мозговым клеткам. Зависимость от наркотиков приведет вас к смерти. Граждане Соединенных Штатов Америки видели, что 50 лет назад произошли большие перемены в правительстве и в обществе нашей страны. Теперь нам с вами надо обсудить очень важный вопрос. Бог действует в поколениях людей. В Библии Он озвучил обещание нам, нашим детям и тем, кто вдалеке. Во времена Ветхого Завета, в 94-м псалме, мы видим строчки, где открывается печаль Бога об Израиле и 40 годах, проведенных в пустыне. «Я был раздражаем родом сим». Таким образом, время неверующего поколения определяется 40 годами. Вдобавок, мы с вами посчитали, что если умножить 40 на 4, то у нас получится 160 лет. Согласно Библии, четвертое поколение начинается со 160 года и продолжается 40 лет. Первое поколение начинает свой путь в 40-м году, а четвертое — в 160-м. 160-й год — это год четвертого поколения. Таким образом, пятое поколение начнется в 200-м году. Моя дочь — это служитель в пятом поколении. Когда мы с вами видим в Библии или в истории пятое поколение, то перед ним возникает выбор. Я имею в виду выбор жить в свободе или в рабстве. Сейчас мы находимся в периоде между четвертым и пятым поколением. США предстоит принять решение, нужно ли нам перейти в коммунистическое рабство, будем ли мы марионетками в руках своего хозяина, выберем ли мы бороться за свободу, которую знаем 160 лет согласно этому исчислению. Я говорю об этом, ведь период с 1776 года по 1960 год — это 180 лет. Можно начать отсчет с Билля о правах, с Конституции или с 13 колоний, ставшими штатами. Используйте числа и периоды. Сегодня я показываю вам основные рамки. Я буду говорить о них сегодня. Мы начали с Первой мировой. Мы видим, что период с 4 по 5 поколение — это временные рамки, на которые мы смотрим духовно. Все зависит от вашей точки отсчета. Я дал вам дату освобождения Соединенных Штатов от Великобритании. Итак, почему я говорю о 60-х годах? Начиная с того десятилетия, мы видим перемену и сдвиг ценностей в обществе Штатов. Изменилась музыка. Большинство знаменитых рок-н-ролльщиков начинали музицировать в пятидесятнических церквях. Элвис Пресли и Микки Гилли выросли в Ассамблее Бога. Джерри Ли Льюис тоже вырос в Ассамблее Бога. Это пятидесятники. Итак, отцы рока вышли из церкви.
Проследи прошлое Чака Берри и других афроамериканских певцов, и ты увидишь, что они — выходцы из церквей. В церкви они научились играть и петь. Раньше я слушал Билли Престона. Билли Престон — это один из лучших органистов. Билли Престон верил в Иисуса. Я не знаю, жив ли этот музыкант с большой буквы. В США изменилась музыка. В страну привезли наркотики и порнографическую литературу. В 1953 году вышел первый номер Playboy. Потом начали снимать порнофильмы и печатать газеты. Сейчас все это есть в интернете. Здесь мы видим проникновение различных пороков и грехов в нашу страну. Я переживаю о том, что сейчас началось рабство. Восстал после них другой род, который не знал Бога и делал, какие он делал Израилю. А что такое четыре поколения? Пожалуйста, следите за пунктами этого списка внимательно. Авраам, Исаак, Иаков и Иуда. Это первые четыре патриархальных поколения. Авраам был человеком веры. Он пошел в страну, в которую он никогда не ходил. Представитель второго поколения, Исаак, жил чувствами. Будучи незрячим, он ощупал руки младшего сына и принял его за старшего. Чувства обманули его. Пришло поколение Иакова, господином которого была его плоть. Он обманывал людей и жил только для себя. Это обманщик, живший по плоти. Мы приходим к четвертому поколению патриархов. Это Иуда, сын Иакова. Это поколение гуляк. Он лег с невесткой, обманувшей его. От веры патриархи перешли к чувствам, от чувства — к жизни по плоти, и от плоти — к прелюбодеянию. Мы говорим о проблеме четвертого поколения, ожившего в 60-х по 80-е годы. Потом, с 80-х годов прошлого века, появились новые поколения. Все зависит от точки отсчета. Сюда необходимо добавить сексуальную революцию. Девушки, включая христианок, беременели до брака. Парни начинали половую жизнь в 12 лет. У меня сложилось такое впечатление, что поколение патриарха Иуды попало в рабство. Имя Иуда означает «хвала». Иуда — символ хвалы. В то же самое время у патриарха Иуды были сексуальные грехи. Вот грехи четвертого поколения. Позволит ли это поколение делам их плоти поработить себя полностью? Будет ли поколение, которое победит дела плоти и отстоит свою духовную свободу? Я расскажу вам о других поколениях. Они упомянуты в книге Иисуса Навина. Это поколение Моисея, поколение самого Навина. Третье — это поколение судей. Дети судей — это четвертое поколение. Они забыли Бога. Моисей дал закон и чудеса. Поколение Навина воевало за обетованную землю. Судьи соблюдали заповеди. Когда они поселились в той земле, они жили спокойно. Их дети ничего не знали о Боге и его чудесах, которые видели Моисей и Иисус Навин. Они забыли наставления. Моисей видел дела Бога. Иисус видел победы Господа. Судьи увидели обещанную землю и жили на ней. Дети судей смешались с язычниками. Обратите внимание, они смешались с народами. Потом они пожали последствия этого смешивания. Их враги-соседи брали их в плен. К приходу четвертого поколения их захватчики и соседи уже держали их в плену. Теперь я расскажу о поколениях моего семейства. Р.Л. Рексроуд проповедовал в квартире учителя при школе с 20-х по 40-е годы прошлого столетия. Джон Бейва, женившийся на приемной дочери Рексроуда, Люси, обратился и наполнился духом в квартире учителя, когда ему было 17 лет.
Мой отец, Фред Стоун, вступил в брак с дочерью Джона Бейвы. Это история моего рода. Мама родила 4 детей, одним из которых является Перри Стоун-младший. Мы сравним этих 4 мужчин с 4 из 7 церквей Азии из книги Откровения. Жизнь Рексроуда напоминает жизнь преследуемой церкви Смирне. Его сильно преследовали за проповедь Евангелия во время депрессии. Джон Бейва обратился к Богу. Его мы сравним с Ефесской церковью. Поведение, слова и мысли этого поколения направлял Дух Святой. Потом появился мой отец и его поколение. Мой дорогой отец скончался 10 лет назад. У его поколения был опыт, как у Лаодикийской церкви, которая была равнодушна к Богу. Что выпало на долю моего поколения? Большинство говорит о последней, 7-й церкви, представленной веком 7-й церкви. И я согласен с этим. Я верю, что наше поколение похоже на церковь Фиатиры, где была Иезавель, соблазнявшая людей в церкви. Дух Иезавели действовал в 4-м поколении, потому что ранее я упоминал о 4-м поколении, об Иуде. Он совершил прелюбодеяние. Итак, в теле Христа мы видим такие проблемы и такие виды нечистых духов не только в эпоху ранней церкви, но и на протяжении всех 5 поколений. Хочу предупредить 4-е поколение о 3 вещах. Теперь перейдем к мелочам. Поколение моей дочери — это 5-е поколение служителей нашей семьи. Слушайте внимательно. 4-е поколение не знает истину. Оно все время говорит: «Зачем мне надо верить в это?» Это важно услышать, потому что этим поколением являемся мы. 2-й пункт. 4-е поколение не слышит историй о чудесах исцеления. Я вспоминаю их, потому что мы с папой видели чудеса. Это поколение не слышит о чудесах. Оно забывает о них. Подобным образом, когда умерло поколение времен Навина и Судей, их смена не знала о делах Бога. Я зачитаю 3-й пункт, касающийся 4-го поколения. Это иудеи, которые смешали веру с ложью. Они смешали веру с ложью. То есть, неверующие сказали: «Аборт — это вполне нормально». Так дети христиан верят в то, чему учит мир. Я не буду освещать другие проблемы. Мы вещаем в светских сетях. Если вы христианин, то вы поняли меня. История Лота из 16 главы «Бытия». Большинство из ребят моего возраста росли с пониманием: 16 глава относится к нашему поколению. Не поступай так, как Лот. Часть современного поколения христиан принимает мысль и верит в нормальность поступков, из-за которых Бог стер города с лица земли. Вот куда мы идем. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Моя дочь из 5-го поколения служителей. Это человек, утвержденный во Христе. Если Богу угодно, то скоро мы снимем передачу с ней. Нам необходимо определиться, либо мы боремся с грехом, либо мы принимаем его. Я намерен воевать Божьим Словом и махать своим мечом Святого Духа и прорубать путь через тьму, которая надвигается не только на Штаты. Это влияет на Вселенскую Церковь, на все деноминации. В 5 главе 2 книги Царств мы видим воцарение Давида. Филистимляне — это его враги. Когда они услыхали о его воцарении, они напали на него. Бог сказал: «Когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда пошел Господь перед тобою». В арамейской Библии сказано о топоте лошадиных копыт. И Иезекииль говорит: «Бог восседает и царствует и шествует на херувимах». Бог идет в бой.
Первый бой был обычным боем. Во время второго боя Бог дал им чудесную победу. Во время второй битвы с филистимлянами Бог сказал Давиду: «Назови это место Ваал-Пирацим», то есть «Господь с прорыва». В заключение хочу напомнить вам, не переключайтесь. Мы предложим вам очень важный материал на фестивале. Надеюсь, что все вы приобретете книгу, на которую я потратил много лет. Определись. Либо ты идешь в рабство, либо достигаешь прорыва. Чтобы пойти в рабство, нужно сидеть и ничего не делать. Сиди, сложа руки, сиди и не голосуй, бездействуй, сиди и молчи, сиди, и тогда вся нация окажется в рабстве, как древний Израиль попал в плен ко всяким язычникам. Или мы можем достичь прорыва. Для этого наденьте все оружие Бога, встаньте и воюйте за истину Его, воюйте за свободу и за все правильное, несмотря на гонения за эти дела. Я очень надеюсь, что это слово подняло ваш дух. Скоро я вернусь к вам с особым предложением. Будьте благословенны. Пожалуйста, уделите мне все свое внимание. Несколько месяцев назад мирской экономист заявил, что грядет новый глобальный сброс. Тогда я услышал в своем духе эту фразу: «Апокалиптический сброс Америки». Несколько недель я просыпался рано утром и получал череду пророческих откровений, которые я собрал в своей новой книге «Апокалиптический сброс Америки». Эту книгу обязаны прочитать все христиане, которые любят библейские пророчества, консервативные американцы и патриоты. 19 подробных глав раскрывают те планы, которые сейчас строятся в тайне и будут публично установлены над нами, американским народом, а также то, как нам противостать им. Я нашел поразительные древние пророческие параллели и шаблоны, некоторым из которых более 4000 лет. Они повторяются сейчас в Соединенных Штатах. Я рассматриваю великий вавилонский сброс Америки и спланированное гонение христиан, самостоятельное проклятие Америки, которое принесет суд на страну. Грядущая стычка с Иезавелью, женщина, которая станет президентом. Как нам себя вести? Почему мы должны противостоять коррумпированному правительству? Я раскрываю уникальные параллели с Кремниевой долиной, а также планы по банкротству и экономическому сбросу Америки. Кроме того, я расскажу, как функционировать, когда церкви придется уйти в подполье. Я получил уникальное откровение о президенте Трампе и шаблоне, который открывает история. У меня также есть глава о том, почему пророки поняли все неверно. Дамы и господа, это самая важная книга в истории моего служения, особенно в наше время. Но и это не все. Я также добавил к ней новую инсайдерскую информацию на двух аудиодисках. Это 2 часа подробной информации, которой я не буду делиться в соцсетях. Учитывая то, в какой ситуации мы находимся сейчас, большая часть этой информации будет заблокирована, если бы я делился ей открыто. Эти 2 часа содержат библейские, политические, национальные и межнациональные открытия и информацию, которую вы, скорее всего, никогда не слышали. Это только для тех, кто любит истину. Закажите сейчас этот набор, который состоит из моей новой книги и 2 часов аудиодисков на нашем сайте или позвонив по телефону, который вы видите на экране. Вы также можете написать мне по адресу, который сейчас указан на экранах ваших телевизоров. Вы можете получить этот набор за $35 или больше. Заказывайте предложение АПР-140. Я раскрою радикальных глобалистов и людей, которые хотят заткнуть рот христианам, патриотам и консерваторам. Я говорю не только о себе, но и обо всех людях доброй совести, доброй воли. Мы покажем вам в книге, что мы можем сделать, если объединимся. Я очень хочу, чтобы вы прочитали эту новую уникальную книгу. Эту книгу обязаны прочитать все христиане, которые любят библейские пророчества, и все патриоты. Мне 62 года, скоро в моем служении будут изменения. Я молился: «Бог, что мне делать?»
А время от времени я буду служить по городам. Я буду служить на конференциях. Мне нравится общаться и служить людям. Беря пример с мудрых благовестников, пасторов и учителей прошлого, мы учим следующее поколение. Если Богу угодно, то один уикенд в месяц я буду в школе Рэмп с моим другом Карен Уитн и с моим сотрудником Риком. Я буду служить и учить в школе. Иногда я буду проповедовать у них по воскресеньям. Кроме того, мы строим общежитие в дальней части нашей территории. Однажды Господь дал нам поручение сделать это, но все испортил этот коронавирус. Теперь вы знаете причину заморозки проекта. Мы построим 3 общежития. У нас будут курсы о служении, которые продлятся от 1 до 3 месяцев. Вас будут обучать замечательные пасторы и учителя со всех штатов. Это будет в кампусе нашего центра, Международного центра Омега. Во вторник вечером у нас проходит богослужение школы служения Рэмп в Гамильтоне. Теперь Чарли покажет вам фотографию участка, принадлежащего нашему служению. Если Богу угодно, то мы построим на нем крупное здание, где разместятся от 20 до 30 человек. Мы хотим построить дом для церковной молодежи. У меня есть бремя заботы о детях пасторов. Пожалуйста, посмотрите. Это прекрасное, живописное место. Замечательной рекой. Это своего рода озеро и прекрасными зелеными лужайками. Я хочу служить детям, выросшим в церкви, которые стали зависимыми, связавшись с дурной компанией. Мы построим здание для профессиональных душепопечителей, которые помогут этим ребятам. Моя супруга Пэм будет готовить для этих детей. Я и она будем навещать их. Мы будем делиться с ребятами нашим опытом и молиться за них. Они будут посещать наше богослужение и молитвы. Здание еще не построено, чертежей нет. Пожалуйста, приготовьтесь к особому сюрпризу, который будет осенью. Мне нужна ваша помощь для служения современной американской молодежи. Им нужна помощь. Мы строим новые здания. Ваши приношения служению «Голос евангелизма» очень важны для нас. У нас все в порядке. У нас нет нехватки. Мы успешны. Бог благословляет нас невероятно. Но перед нами новый уровень. Мы нуждаемся в вашей поддержке, чтобы оплатить все эти проекты. Партнерам мы отправим журнал «Голос евангелизма» и отблагодарим вас в соцсетях. А вам спасибо за просмотр. Луисвилль, Хантингтон, Техас. Ждите меня в ближайшие 1.5 месяца. Приходите на собрание, мы будем с вами. С Богом!